Александр Калиниченко о том, что около торгового центра «Метро» будет организован передвижной пункт вакцинации, услышал по радио. Недолго думая, мужчина решил прийти и сделать прививку. Говорит, это шанс вернуться к привычной доковидной жизни. Я рядом живу здесь, вот прям неподалеку. Так я работаю постоянно. Дачный сезон сейчас, некогда. А сегодня дождь, погода ненастная. Рядом живем, подъехал. 5 минут и привился. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Перед вакцинацией жители консультирует врач-терапевт. После осмотра принимается решение о проведении вакцинации. Врачи напоминают, что привиться важно и тем, кто уже переболел коронавирусом, так как спустя время после болезни иммунитет снижается. Все 3 варианта вакцины на сегодняшний день есть на территории Самарской области. Человек может выбрать вакцину, ему всегда могут порекомендовать в зависимости от той ситуации, которую определяет врач при консультации перед прививкой. Вакцинация добровольная и бесплатная. Прививку сделали уже больше 416 тысяч жителей области, а почти 335 тысяч из них прошли оба этапа вакцинации. В Самаре продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров «Мега», «Космопорт» и «Амбар». Ежедневно в торговом центре «Аврора» с 11:00 до 18:00 работает стационарный прививочный пункт. Завтра медики будут ждать всех желающих привиться с 8:30 утра до 4 дня в мобильном пункте возле бассейна ЦСКА ВВС на набережной. Мария Елчан, Николай Сидоров. События.